Что происходит? Длинный дом превратили в больницу? Спасибо за комментарий. Это была Августина Брук, глава департамента единой защиты. Сколько я был в отключке? Ник, эй, что случилось? Ничего себе! Как она могла? Сколько людей она ранила? И никто не остановил ее? О, Господи, Бетти. Вот ты очнулся. Да. Августина не блефовала. Ну, никто не хотел отдавать тебя ей на растерзание. Мы о Камише своих не бросаем. Да. Значит, я не ошибся. Что бы со мной было, если бы я раскрыл рот? Наверное, то же, что со всеми нами. Но ты ведь промолчал. Если не трудно, передайте остальным от меня респект за командный дух там. Да. О, боже, Делфи! Слушай, я боялся, ты уже не встанешь. Из-за куска бетона? Да ну брось ты. То есть быстрая регенерация тоже входит в твой комплект? А, кстати говоря, что там с этим дымом? Все прошло? Да не знаю я. Не проверять же прямо тут, в длинном доме. Ну да. Пускай люди спокойно выздоравливают. Что-что? Нет, Делсин. Они уже никогда не поправятся. Они умирают. Ты откуда знаешь? Брат, это не я придумал. Это сказали врачи. Их слова. Они говорят... Извлечь осколки можно только с помощью той же самой силы. Что? Да. Но это ж была Августина и ее чертов бетон. Да. Ну пофиг. Значит, мы с тобой едем в Сиэтл и берем ее. Эй, стоп! Чем берем-то? Твоим неотразимым обаянием? Я понимаю, ты здорово башкой треснулся, но разве ты забыл, что ее не проняла твоя харизма? Реджи. Я виноват. Мне и расхлебывать. Нет, Делсин, ты только на ноги встал.
Ты хочешь помочь, но врачи четко сказали... Чтобы вытащить осколки, нужен кто-то с такой же способностью. То есть? Августина нам не нужна? Нам нужна ее сила. Ну и к чему ты клонишь? Ну, я же типа губка для суперспособностей. Взял дым, теперь надо взять бетон. А вдруг это просто случайность, а? Ты подумай, между тобой и Августиной стоят бойцы ДЭС. Сколько их? Тысячи? Да, где-то примерно так. В машине объясню. В машине? У тебя нет машины. Ах, в моей... Короче, я все спланировал. Смотри, мы въедем в город, соберем все силы, какие найдутся у тамошних проводников, заодно на Space Needle заскочим, всегда мечтал, и летим домой на всех парах. А ты не думал, что мы въедем в город? А город может нам в ответ тоже въехать. Ты чё несешь? Что я несу, Делсин? В Сиэтле живет 500 000 человек, которые и так от биотеррористов настрадались. И ты ждешь парада в свою честь? Проснись, парень. Ну, ты не парься, Дэл. Что-нибудь придумаем. Вылечим тебя. Вылечим? Ну, стрелять дымом из пальцев не совсем нормально, да? Если я не как все, это не значит, что меня надо лечить. Ясно? Ван Гог был ненормальный. И Ганди был ненормальный. Так ведь Ганди никого и не пугал. Согласись, а биотеррористов люди боятся, они мутанты. Тебе вдолбили в башку эту... Чушь. Класс. Ну? Видимо, дальше идем пешком. Что? Что? Ты куда? Эй! Зашибись, ты только посмотри. Знаешь, если ты сомневаешься, я не буду... Шутишь? Это же офигенно! Это катастрофа. Это самозащита. Блокпост поставили, чтобы их ловить. Да потому что они биотеррористы. Ну, их этот блокпост не остановил и меня не остановит. Ух ты, как Вегас после бомбеж. Так вот он, корень зла. Боже, Дэс! Эй, ты живой? Живой? Да я живее всех живых. Кажется, я узнал новый фокус. Так? Боже мой. О, да. Гораздо круче старых. Делсин, это совсем не круто. Нам надо решить твою проблему, а не усугубить ее. А ты думаешь, Августина сидит сложа руки? Мне нужно качаться, если я хочу выйти биться с бетонной леди. А я этого хочу избежать. Слушай, можно ее по-другому прищучить. По-другому? Это как это? Я кое-кого знаю в Сиэтле, в том числе в полиции. Нет, они могут нам помочь. Опять у нас выходит, что прилетел волшебный Реджи и всех что? Спас. Да я... Это не твоя проблема, а моя, понял? Эй, кто-нибудь, слышите меня? Вот, смотри. Хочешь кому-то помочь? Спасай прекрасную даму. Это не... Сюда! Ладно, ладно, пойдем оба, хорошо. О, нет-нет, ты нужно... иди играть в Суперкопа, окей? А я через минуту догоню. Ладно, но только никуда не уходи. И ради бога, ничего не трогай! Я буду трогать, что захочу. Начнем с тебя, малыш. О, да, вот это точно может вызвать привык. На самом интересном месте. Может, надо заправить дымовой бензобак? Порядок. Ага, это подойдет. Ага.
Элсин, давай сюда. Ты ни за что не догадаешься, что там пищало. Иди сюда, понял? Тут автобус с медиками застрял. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались, я их вытащу. Делсин, я знаю, что ты задумал. Не смей. Я только что вынес эскадрилью квадрокоптеров. Автобус уж как-нибудь раскопаю. Так, это надолго. Нужно что-то придумать. Да, я супергерой! Делсин, я же просил! Извини, Редж, но из-за моих подвигов тебя плохо слышно. Делсин, я не... Ой, не слышу. Может, звук отключился? Ну все, дальше путь свободен. Докатимся до Сиэтла с ветерком. Эй, Регги, открывай давай. Ты издеваешься, что ли? Алло? Делсин, есть проблема. Тут, короче, пассажиры видели, как ты выделывал свои фокусы. И? И они тебя боятся. Что? Я тебе говорил, народ не очень любит биотеррористов. И что они хотят, чтобы я сел в последнем ряду как неудачник? Нет, они хотят, чтобы ты вообще не садился в автобус. Ты им тут не нужен. Если ты поедешь, они все выйдут. Ну и пусть выходят, мне пофигу. Я сейчас вообще эту дверь вынесу. Не смей, даже не думай. Эти люди никогда еще такого не видели, они боятся. Ясно, можно их понять. Ну поехали уже! Сэр, да погодите вы! Слушай, я перевезу их через мост и вернусь за тобой, ладно? Это 5 минут. Извини, но не могу я тебя впустить. 5 минут. Ты на телефоне навигатор включи, на случай, если придется разделиться. А, то есть, как сейчас? Внимание! Скоро начнется запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520. Всем пешеходам и транспорту приказано... Ага, будем иметь в виду. Делсин, я переправил их на тот... Дес, уходят с моста. За тобой вернусь. Реджи, ответь. Что происходит? Алло? Эй, эй! Помощь нужна? О, черт. Биотеррорист. Эй! Эй, тут мутант! Чё ты орёшь? А! Не-не-не-не-не-не! А! А! Отличная штука. Быстрая регенерация. Вот все-таки зря ты стрелял в меня. Теперь мой. Только не убивай! А где волшебное слово? Не
Запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520 начнется немедленно. Это было последнее. Ну все, голяк. Это что сейчас было? Реджи! Ну, брат, отвечай! Вот это да. Это был мост? Редж, я иду. Ну, ретранслятор, твори свою магию. Попробуем. Давай следующую партию, космос. Так, так, спокойно. Я сейчас занят, Бетти. Ты же знаешь, мы с тобой не договорили. Ну, у меня это... дела были. Мне тут кое-кто сказал, что вы с Реджи отправились в Сиэтл. Мне правда пора, Бетти. Целую. Держись. Ну, держись. Еще немного. Хватит уже! Автобус. Реджи! Реджи! Делсин, помоги мне! Че, опять руку свело? Делсин! Ладно, ладно, давай. Держу. Спасибо за помощь. Зацени. Ого. Ты привыкаешь к новым симптомам? Да. Единственный минус только в том, что... Нету минусов, это просто офигенно. Правда? Нет минусов? А как насчет тех вооруженных ребят? Вон там, видишь, тебя ждут. Не минус? Ну-ну. Короче, пока непонятно. Может, они тебя и не засекут, ведь ты же не обычный биотеррорист. Обычный? Не-не, если ты
Про баранов, которые выстраиваются в очереди перед сканерами, нет, Реджи, я необычный. Ты знаю. Видел меня на мосту? Да видел. Мы их на раз уделаем. А давай сначала попробуем мимо них тихо пробраться. Как тебе план? Чтобы нас потом не искали по всему городу. Ну ладно, ладно. Ладно. Давай по-тихому, как скажешь. Обещай, что будешь вести себя спокойно и сдержанно. Тебя это правда волнует? Может, парни из Деза и не такие сильные, как ты, как настоящие биотеррористы. Но их способностей вполне хватит, чтобы тебя прихлопнуть. Знаешь, ты испортил мне все удовольствие от поездки. Сколько я был в отключке? Неделю. Ого, так Дез поставил все это за... Да. Они не скучали. Значит так, когда пройдем, я загляну к друзьям-копам. Может, удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Это зарегистрированное оружие. Я из полиции. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Обнаружен проводник первого уровня. Разрешено уничтожение. Вас немного? Делсин, беги! Нет, нахрен! Вредно держать все в себе! Делсин, не высовывайся! Не учи ученого! Вижу! Горожане, ни в чем не виноваты! Я зашибись. Как ты и сказал. Сижу тихо. Ладно, не привлекай внимания. Я позвоню, если что найду. Help me! Куда это они все? Немедленно расходитесь по домам, или мы откроем огонь. Какого хрена? Вы же должны защищать их от меня! Разрешено применение оружия против гражданских. Я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо.
По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Теперь мы его не видим! Как это приятно! Найти и уничтожить мобильный штаб. Это облегчит нам жизнь. Нашел источник питания? Он должен быть на крыше. Вот и ремонтник. Я люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Это то, что нужно. Я знаю, что ты там. О чем подумал? У бойцов Деза бетонные способности. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит ты ошибся, и тоже можно идти домой. Ну что, кабан? Ой, зараза. Ну, получилось? Не успел. Дез налетел со всех сторон. Вали оттуда. Да, гениальный совет.